И все-таки вопрос. Ну давай все-таки свой вопрос, Ема. Вопрос своевременный. Выступать и тем более давать интервью в такое позднее время для вас не утомительно? И вообще, вы сова или жаворонок? Так, если говорит. Хоть понимаешь, как ты придумал слово, что сказала? У меня нет понятия сова и жаворонок. Я и этот, блин, Ема. Зверь. Да, он не относится к собой же. Что за блин? Сова это имеется в виду, там, когда, ну, это мама, там, не знаю, там, папа, это, не знаю, это у людей, не знаю, ну, у нормальных людей что-то, а я? Сова и жаворонок? Тут ты не... Ты понимаешь, что ты сказал? М? Сова и жаворонок. Блин, какая. Сова и жаворонок это тут ночью, а жаворонок это рано встает, да? Да. Да, именно это имел в виду. Высокое, да? То есть получается, жаворон это когда ты встаешь в 5 часов утра. Бывает, да. Ну таким образом себя не ощущаешь, я жаворон. Жаворон. Сова еще, да, это ночью, да. Сова понятно, да. Но и то, какая сова, какая сова. Все равно как бы, ну. Я не сплю неделями. А потом засну, так сну. Никакая же сова. Неправильный подход, вот неправильное название, у вас неправильно. Вы должны людей изучать. Людей. Да. Неправильно все, неправильно. Нет, это у вас жаворонки. Сова. А если те, кто людьми-то не считается на самом деле. Да. Следующий вопрос сегодня. Когда... Ха-х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 а-